Здравствуйте, друзья, доброе утро. Мы с вами в Санта-Крус. Тут вы видите, такие работы производятся. Почва, но чисто чернозем. Посмотрите, что творится. Вот он, калифорнийский чернозем. Но, конечно, не ради чернозема я затеял этот сюжетец. Ровно неделю назад мы снимали вот эти же самые горшки для цветов в том месте, где их продают. Значит, должно быть 9 штук. Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, так и есть. И вот там еще есть 2. Посмотрите, вот такие они стоят. Очень красивые. Такие в рядок. Еще вот эти 2. Вот они так и будут стоять на этой ткани антисорняковой. Вот. А дальше там уже их присыпят галечкой такой. Вот вы видите образец галечки. Вот в таком пакетике ее контрактор принес, высыпал, а мокренько вокруг. Просто мы обсуждали, как меняется цвет галечки, когда она сухая и когда мокрая. Пришли к мысли, что мокрая, она красивее. И вот у нас тут рулон с ячейками, такими пластиковыми. Вы видите, оно неглубокое такое хозяйство. Значит, и смысл в том, что штука эта не дешевая. То есть весь участок покрыть вот этим пластиком и потом засыпать галечкой дороговато будет, но мы проложим по центру, так для плотности, что ли, для твердости, чтобы там ходить, если нужно. Вот. И дальше, значит, весь остальной участок будет просто галечкой без этого хозяйства. Так, собственно, его внешне не будет видно, что там есть вот эти ячейки, что они там стоят. Вот. Такой план.